Дальше хотелось поговорить отдельно о двигателях, подаче проволоки. Эта модель полностью подходит полуавтоматам. 40 ватт, скорость подачи от 2 до 15 метров. Вот. Имеет два металлических ролика подачи, регулировку высоты, давление на проволоку. В комплект входит двигатель. Сам болт, можно сказать, гайка даже, на еврорукав с латунным переходником, со шлангой для газа. Как подходит двигатель 265-му Кайзер, также он и подходит 305-му. Полностью все одинаково у них подачи. Разница просто в силе тока. Вот. Неплохая есть спрей-смазка. Вот спрей, бензол. При работе, кто уже знает, хорошо помогает отбивать шлак наконечником еврорукава. Отдельно можно поговорить по кнопкам. Данная кнопка подходит большинству сварочным аппаратам. Единственное отличие, она 25 амперная. Мощная, значит, не будет часто ломаться. Многие есть 16 и 10 амперные. Цвет не имеет значения, но 16 амперная ломается намного чаще. Вот, скажем, 16-20 ампер. Это слабовато. Вот эта кнопочка у нас 21-25 ампер. Данная кнопка будет хорошо работать на всех сварочных аппаратах. Не в зависимости, где бы она стояла, на каком аппарате. Ну, всем спасибо за внимание. Пускай ваша аппаратура работает. До свидания.